В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же зарядить вашу ES. Это будет электронная стика, как вы понимаете. Я дальше не буду употреблять, будем говорить так. Это все, конечно, я не веду никакого призыва к действию покупать это, использовать это или даже это повторять. Но раз вы наткнулись, вы знаете, что делать. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, ситуация такова, что вы частенько этот товар приобретаете, быстренько заканчивается, и вы его выкидываете буквально на свалку. Но что, если я вам скажу, что ее можно зарядить еще дважды и использовать? Давайте приступим к тому, как это сделать, и расскажу вам все нюансы. Друзья, как видите, из чего у нас состоит данная электронная сига или Elf Bar? Видите, что с самого корпуса, нижнего колпачка, верхнего колпачка. Это все очень легко разбирается. Верхний колпачок у нас просто снимается. Вот так вот. Здесь у нас ножичком аккуратненько также снимается. Даже можно пальцем. И все это аккуратненько выдавливается вот здесь ручечкой. Вот, как видим, вот это наше отверстие. Вот так вот правильно сюда и давим, чтобы вытащить наш внутренний материал. Вот, как видите, у нас здесь есть сам наполнитель, все идут провода, которые к батарейке, и красная сторона это у нас будет плюс, зеленая или черная, возможно, у вас это минус. Вот это нам нужно будет и подсоединить. Друзья, чтобы вам более было понятно, вам нужно будет усики вот эти вот отогнуть. Вы туда затягиваете проводок у нас здесь плюсовой. Вы просто потом его зажимаете, либо заклеите. И точно так же у нас здесь с минусом делается. Оттягивается, и вы ставите точно так же проводок и зажимаете. То есть для фиксации, чтобы это все дело у нас держалось при зарядке. У меня конструкция уже подключена. Есть провод, конечно, когда вы разбираете, он будет из двух проводов, красный и черный. У меня в данном случае два черных. Но я разобрался с помощью вольтометра, где плюс, где минус. Напоминаю, плюс у нас к красному, минус у нас к черному. Вот и все, друзья. Не забывайте то, что красный провод отвечает у нас за плюс, черный или зеленый. Если вы видите меточку, это минус. Все, плюс на плюс, минус на минус, и все будет отлично у вас получаться. Если я вам помог, не забывайте поддержать канал. Есть спонсорство, есть донат. Мне будет очень приятно. Точно так же не забывайте подписаться на мой мотоканал Just Run. Будет весьма довольно-таки там интересно. Если я вам помог, ставьте лайк, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик. Дальше больше. Скоро увидимся.